Черговий прийом громадян по особистих питаннях напередодні провел старшиня Гомельского облвиконкама Владимир Дворник. На встречу пришли 11 человек, переважно так званый складанный контингент. Это люди бескомпромиссно упевненные у своей правоте и тому спробуют вырашить питание годами, а то и десятигодзями. По законе об звороте громадян со многими нават завершена переписка. По большести поставлены кропки ни у одной судовой инстанции, але запалу их не скончился. После встречи со старшиней облвиконкама градус запалу у громадян спадая. Для многих головное быть принятым и почутым. Меж тем губернатор уважливо ставится до кожной проблемы. Дае поручение знову собрать комиссии и суместно разглядеть махчимости да помахчи тым, кто шукает отказы на свое наболелое пытание. Сегодня Гомель наведая делегация города Чэнду Китайской Народной Республики. Подчас визиту запланована встреча с керавництвом гарвыканкама, а так само наведывание шерогу промысловых предприемств областного центра. У тым лику суместного предприемства открытого акционерного товариства «Спартак» Ингман Морозева и Милковита. Головная мета – ознаемление с городом Гомелем, а так само обмеркование махчимых напрамков супрацовництва у галине экономики, инвестиций и гандлю. Сегодня на Гомельщине протягнется визит старшини комитета по аграрных питаниях Мажилиса парламента Республики Казахстан Сапархана Амарова. У программе наведывание промысловых и агропромысловых предприемств нашего региона. Напередодні делегация побывала на Рогачевском молочно-консервовом комбинате, открытом акционерном товаристве Тихиничи и Хальч. Сегодня у программе визиту запланировано наведывание таких предприемств, как Гомсельмаш, Милковита и Гомель Агрокомплект. Беларусь и Казахстан у сферы аграрного супрацовництва связывают тесные отношения, начиная от узгоднения законодавчих актов у сферы отримания экологично чистой продукции до створения совместных предприемств. Казахстан зараз надает значную увагу развитию живелогадовчей галины, и опыт Беларуси у этой сферы является каштовным. Сегодня у Гомеле отбудется выездный поширенный семинар «Нарада» по обмене в опытом работы предприемства у гандлю и громадского харчавання объектов придорожного сервису нашей в области. Подчас его запланировано ознаемление с объектами галины и проведение круглого стола на тему «Обстане и развитие социального партнерства в организациях гандлю и громадского харчавання». Подробности глядите у наших наступных выпусках. Экспорт продукции у Сингапур распачал Туровский молочный комбинат. За великой отлеглости у эту Украину у первую чергу поставляются мягкие и полутвердые сыры, которые долго не псуются. Туровский молочный комбинат – экспортно-ориентованное предприемство. Его продукция представлена у 9 краинах света, серед яких Российская Федерация, Казахстан, Грузия, Армения. Ведутся перемовы с партнерами на таких рынках, как Таджикистан, Иран, Ирак. А кроме того, в этом году на Туровском молочном комбинате планируется запустить другую чергу и увеличить объемы вытворчасти. Сегодня Белпошта проведет день посткроссера. Его удельники отримают скидку на одночасовую отправку 10 и больше международных поштовых карток. Нагадаем, посткроссинг – популярный международный онлайн-проект по обмене поштовками и марками. Хобби, якое объединяет людей из разных кутков планеты. До того ж, у Беларуси подходит до завершения подписная кампания на периодичное выдание на другое полугодие. В отделениях совязи пропонуют выбрать газеты и часописы из 4 каталогов – республиканского, дитя, выдания у науково-технической информации и замежного каталога. А это каля 3,5 тысяч наименьев. Для зручности каждое выдание мае аннотацию. Подписка на айчинную периодику протягнется до 27 червеня, а на замежное – до 10. Меж тем, подписку на газету ти часопис можно и подарить. Белпошта пропонует жыхарам региона долучиться до акции «Марафон добра» и выписать выдание для детей-сирот и выхованцев интернатных установ. У Гомеля отбылося узнагороджанне пераможцаў областного этапу республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси». Дипломы и призы отримали 13 юных финалистов, чьи работы были признаны лепшими у 4 номинациях. Журналистика 21-го стагоддзя, «Беларусь в очима детей», «Семейный альбом» и «Твой погляд». Узнагороджанне пераможцаў конкурса «Золотое перо Белой Руси» проходило у стенах телерадиокомпании «Гомель», что вельми символично, бо гэтае спаборніцтва как раз и накіравана на пошук юных талентов. Запрошенные на урочистую церемонию школьники и студенты уже зараз мают добрые задатки и у будущем могут попробовать себе у якости журналистов, операторов и фотокорреспондентов. Для всех юных наведвальников у стенах телерадиокомпании «Гомель» была организована познавальная экскурсия, как наглядное уведение у профессию. Присутные доведались об работе радиоведущих и телевизийных корреспондентов, как взять правильный курс у своих творчих подчинаниях.